Это не железный купол треснул. Это покосилось будущее всего Израиля. Александр Запольский снова в торшоке за 16 мая 2021 года. Но из-за предвзятого отношения YouTube к моему каналу статья будет залита на альтернативные ресурсы. Ссылки, как всегда, в инфобоксе под видео. Большое спасибо всем за терпение, а главное за понимание.